Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, натравившего собаку на человека. В дежурную часть отдела полиции Советского района, управление МВД России по городу Владивостоку, обратилась 28-летняя местная жительница с просьбой принять меры к ее соседу. Заявительница сообщила, что гражданин, проживающий в многоквартирном доме, натравил на нее собаку. Сотрудники полиции установили личность и доставили в территориальный отдел внутренних дел владельца овчарки. Установлено, что в вечернее время женщина вышла из подъезда выносить мусор, где встретила соседа, который выгуливал собаку. В ходе произошедшего словесного конфликта 43-летний мужчина подошел к своей оппонентке и спустил собаку с поводка. В результате нападения женщина получила укушенные раны и обратилась за помощью в медицинское учреждение. В настоящее время в следственном подразделении отдела полиции номер 5 управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это хулиганство. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Фигурант уголовного дела отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.